пока пришел, собрался, надеюсь, у меня можно. Ну да, я тоже пока проводил. Собрал. Еду на Элку. Уже к станции. Слушай, ты знаешь, да, прям дело праздник сегодня. Толпы, толпы. Чем станции покупки. Ты по сам себе заполняешь? Ну, вот узнать бы еще какой номер. Да, это карточку. Легенда взял. Юра, ты бы хоть бутылки сдал куда-нибудь. Слушай, Витя, просто неприлично. €50 плюс 2000 взносов. А, да, 2000 плюс 50 евро. 4000, да. Ребята, а никто не знал, где? Нет, а мне 250 евро у меня. Я же принимал вот за... Не подумал. Что это с вами 600 карет? 600, да. Ага, 11.28. Кто-нибудь еще не назывался, ребята? Забрали Виктор. А да, какой? 1200. Это написано, знаете. Да мы же каждый свое делаем. А, извините. А то мы не успеваем. Вас же много? Да. Ага, сейчас спасибо. Только бананы дают? Да. Бананы, вода. Называйтесь. Ваша компания. Спасибо. Вот он, грунт заканчивается на границе Республики Карелия. Символично, да? Вот такие вот грунты. Вот таким вот приходится дышать. Машину твою скажи, жил дома. Скажи, что сервис. Его, мы оплатим его доезд такой. Успокойся. Мы, это ну, Михаил Каменцев. Вот до конца вам точно дать. Нет, вообще возможно. Thank you.
Почему-то камин вчера не растопили.